применять в играх каких-нибудь. Наметает лёд. Привет, мы снимаем сейчас фотосессию для одного предложения. Нас пригласили на кар-шоу в Шанхай в апреле. И, соответственно, мы индивидуально составляем нашу профессиональную карту. Снимаем сейчас индивидуальную фотосессию для них. Ну, надеюсь, понравится. Вот. Как это одевается? Подожди, с другой стороны. Да, 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 да. Да. Что это? Не знала, баба, хлопот, так пошла в Reddit. Угу. Я подменяю Наташу. Там не подумай, ты там, не подумайте, я не изменяю. Наметает лед. Та-та-та-та-та. Ой, бесишь, все. Отстаньте, блин. Будьте все бесить эту песню, же заезд будет с орудием в голове играть. Та-та, мне уже надоело. Что за песня? Грибы, тает лед. Грибы? Хит-хитяра. Ну то, что такое название, блин, когда ешь? Что ты ешь? Ничего. Я ем, когда у меня есть свободное время, а его очень много. А с собойки? Нет, я думаю. Серьезно? Пускаешь с собой? Я сейчас... Ну то, что я знаю, что я голодная, а вот эти 5 кусок, знаешь, зайдешь в магазин, что ты хочешь кусок одного. Лиза. Господи, Лиза. Это куда? Лучше кляпа это не одевай, это воротик, дорогая моя. Можешь померить. Как, что это такое? Для чего это Radical Fashion? Это такая маленькая завлекалочка. Не, они будут на себе показывать. Тебе подходит. Это берется вот так на лоб. Это кто держал во рту до меня? Наташа. Это, знаете, вот так берете, вот. Даже можно применять в играх каких-нибудь. Вот так на него подеваете, вроде засовываете эту резиночку, и все очень ваши просто. Так что можешь померить. Ну, они уже мои, я без того. Мне кажется, надо ли кардинально менять что-то, понимаешь? Хорошо, понимаешь? Есть. Так, хорошо. Что, еще я думаю, портретов на пальце. Единственное, Настя хочет утки хотя бы давай. Что-нибудь такое просто видно. О, я стеснялась, что хорошо. Похоже. О, как быстро собраться, быстро. Тогда же это номер почту. Может, нам летает лед. Только ногу на меня. На меня больше ты ее тут. Ага, бро. Сейчас вестибулярный аппарат справится. Да, и не поднимайся уже вот это. О, да. Фотосет окончен. Дан. 100%. Мы отстрелялись. Круто. Завтра индийские танцы. Будем пробовать что-то новое. Поехала домой сочинять. Между нами метает лед. Между нами метает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между... Да, всем доброе утро. Меня зовут Ясмин. Я специалист по восточным танцам. И сегодня с девчонками мы будем пробовать, изучать, наслаждаться. Присоединяйтесь к нам. 9 утра, Radical Fashion, прямой эфир. Мы снимаем индийское кино. Почти. Танцы. Скоро. Отсюда грудь Б пошла, корпус уже торчит. И кто-то торчит. Ага. И отсюда цик-цик-цик. Ага. О, тяжело стоять. Просто вот так мне не нравится. Да, да. Вот так не нужно. А здесь, ну тогда здесь уже просто... Но вот этого нету. Да, не да. То есть зависимость... Короче, 1, 2, 3 разные последовательности. Да, да. Ну это сложно.